Слав, такое завершение сезона, что эмоции переполняют абсолютно всех. Даже мне сложно говорить, что ты чувствуешь. Меня тоже переполняют эмоции. Классная победа, классный результат. Хорошо, что забил. Очень счастлив принести пользу команде. На 63-й вышел, на 65-й забил, на 72-й оформил дубль. Такое впервые в твоей карьере. Это лучший матч в РПЛ для себя? Да, хотелось бы, конечно, больше таких игр, но будем работать, стараться для этого. О чем думал, когда выходил на замену? Какую установку тебе давал тренер? Установка была, как обычно, активно входить в игру, создавать моменты, также отрабатывать в обороне. Вот. Но у меня мотивация была, ко мне мои родные и близкие приехали с Кемером. Вот, хотел их порадовать. Отлично, что получилось. Сколько людей было из группы поддержки твоей личной? По-моему, 11-12 человек. Ого, вот это по-настоящему порадовал дублем. Первый дубль в дерби для себя. Очень счастлив, что так получилось. Сегодня была мощная поддержка болельщиков. Даже персональная кричалка для тебя. Слышал? Да, слышал. Креативные у нас болельщики, конечно. Ну и мы очень ярко завершили сезон. Что скажешь про сезон в целом? Ну, такой... Были взлеты и падения у нас. Чуть-чуть нестабильно играли. Вот, в следующем сезоне надо поправлять. Но в силу своей молодости, наверное, чуть у нас не хватило опыта, чтобы с командами ниже нас уровня сыграть лучше и брать там 3 очка, 3-6 очков, которые нам вот как раз не хватило до Еврокубков. Но в следующем сезоне? Да, в следующем сезоне обязательно постараемся вас порадовать. С победой, Слав, спасибо. Что нужно есть на завтрак, чтобы забивать 2 мяча вот так вот в дерби? Не знаю, на самом деле очень странная ситуация. Сегодня прям ночью мало спал, если честно, не знаю, с чем это связано. Может, то, что приехала группа поддержки, прям состояние не очень на самом деле было. Вот. Может, переживал, как они долетят, я не знаю. Но поел, как обычно, у нас за 4 часа до игры питания, макароны, грудку куриную и все, в принципе. Да.